видос по пути. Короче, прикол, сейчас я вам расскажу. Привет всем на моем канале. Встала такая в наглую, людей нервирую. Короче, слушайте прикол. Вот есть отель здесь у нас возле моря, мы доползли, прогуливаясь. И как раз обсуждаем с подругой, насколько ужасное состояние этого отеля. Причем не в этот сезон, а вообще очень долго. А, кстати, смотри, видишь, вот она, цветущая. Вот эти, вот с этой стороны росли. Их даже не подрезали пока, прикинь, нездоровые. Смотрите, какие огромные, как деревья, цветущие агавы. Ну, короче, встали они здесь все группой, стоят вот на эту хрень, смотрят. Значит, их пять, сколько там, пятеро, да, вроде? И стоят, ну, сколько этих мужиков? Четверо. Стоят вот в эту фигню, смотрят. Обсуждают, как вот это вот поправить, короче. Потом подходят, они смотрят вот на эту стену и говорит один. Ну, тут, знаете, что пишем. Ну, там у него папка, такой деловая морда. Пишем. Вот здесь надо подкрасить. Я чуть не обоссалась. Мне даже сейчас смешно. Подкрасить. Слушайте, я не мастер какой-то, не плиточник, не какой-то там ремонтник, но очень много своими руками делала. Слава богу, умею, понимаю. Там, кроме того, что надо подкрасить, там надо еще цемента мешок. Это все потом выровнять, это все потом защитить специальным средством, и только потом уже вообще говорить о покраске. Причем вот этот проход настолько замученный, с камнем, грязью и прочим. Вот я хочу о чем сказать. Со стороны это все, знаете, как картинку. Вылежут что-то, якобы подделают для фотографии, для быстрого взгляда. Все это будет неплохо. Но чтобы действительно привести в порядок, чтобы сказать, что отель работает, что все в нем функционирует, что все в нем хорошо, это нужна постоянная забота, вложение. А из этого отеля уже выжимают... Сколько? Ну, раньше тут Загорье и были старые, да, отель? Ведь так же его только обновляли. Короче, когда это была еще Югославия, отель неплохо выглядел. Даже тогда еще старый, без всяких наворотов. Просто и со вкусом. А сейчас 10 раз перепродали, 10 раз поменяли. Короче. А вон, смотрите, подкрасить. Такая. Хожу они со своей папкой, а я с другой. Что надо. Там, например, платформы красивые были раньше из деревянной. Там не только подкрасить, их полностью надо менять, их полностью надо скидывать, их надо лакировать. Вот эти ограды, боже, стеклянные наверху. Издалека это все симпатично. Но они настолько кривые, они настолько уже разошлись, что это просто жесть. Там столько вложений, что никогда, мне кажется, с трехмесячным сезоном и плохой политикой отеля никогда не смогут привести в нужное состояние. Вот, считайте, спуск от отеля. Здесь нужны ручки для спуска, здесь нужны резиновые накладки специальные, защитные. Здесь вообще много всего нужно. Вот, посмотрите, вымыто бетон, глыбы. Это ж надо подвозить, это надо платить рабочим, это надо все... О, делать по прописям. Слушайте, какие красивые агавы. Пофиг на отель, посмотрите, какая природа.